Генерал-лейтенант Самойлов. Вольно! Внимание! Говорит и показывает Москва. Слушайте и смотрите Красную площадь. Парад Победы!
государственный флаг Российской Федерации и знамя победы! Смирно! Для встречи слева! На кра! Красную площадь вносится государственный флаг Российской Федерации и знамя победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В знаменной группе военнослужащие батальона почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка. Командует полком подполковник Олег Горшенин. Полк обеспечивает проведение мероприятий с участием руководства страны. Более 55 лет со дня своего образования солдаты и офицеры почетного караула несут гарнизонную службу и являются неизменными участниками военных парадов на Красной площади. Именно воинам-преображенцам предоставлена честь открывать военный парад на главной площади страны. Государственный флаг Российской Федерации несет рядовой Владислав Чалый, ассистенты рядовой Евгений Коротков и рядовой Руслан Глазунов. Старшее поколение этих военнослужащих – участники Великой Отечественной войны. Их подвиги были отмечены многими орденами и медалями. Командир знаменной группы государственного флага России, старший лейтенант Дмитрий Бобров, знамя победы в руках младшего сержанта Антона Михайлова, заместителя командира взвода роты почетного караула. Это право он заслужил своим добросовестным отношением к службе с первых армейских дней. Ассистенты у Знамени Победы – младший сержант Евгений Трофимов и младший сержант Вячеслав Крутов, командир знаменной группы – лейтенант Михаил Горячев. За всю историю почетного караула его личный состав выполнил более 40 тысяч специальных мероприятий. Неоднократно почетный караул демонстрировал виртуозное владение строевыми приемами в различных городах России, а также за рубежом. Шестьдесят девять лет назад в ходе боев за Берлин бойцы 150-й Идрицкой дивизии сержант Михаил Егоров и младший сержант Мелитон Кантария водрузили штурмовой флаг над поверженным Рейхстагом. Именно этот флаг увековечен в истории как знамя победы. Парад! Смирно!
Для встречи слева! На кра! У! Военный парад принимает министр обороны Российской Федерации, герой России, генерал армии Сергей Шойгу. Командует парадом главнокомандующий сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков. Товарищ министр обороны Российской Федерации, войска Московского гарнизона для парада во знаменовании 69-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне построены командующий парадом генерал-полковник Салюков. Начинается объезд парадных расчетов войск. Оба автомобиля движутся с одинаковой скоростью и максимальной синхронностью. Генерал армии Сергей Шойгу приветствует военнослужащих и поздравляет их с 69-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 69-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! Участие более 11 тысяч военнослужащих всех видов вооруженных сил и родов войск Российской Федерации. Около 150 единиц вооружения и военной техники, а также парадные расчеты других силовых ведомств. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 69-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! Уровень подготовки вооруженных сил России постоянно совершенствуется. Офицеры и солдаты демонстрируют высокий уровень боевой выучки в ходе внезапных проверок, которые стали неотъемлемым элементом боевой подготовки. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 69-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! Российские военнослужащие самоотверженно оказывали помощь в ликвидации последствий наводнений в Центральном и Дальневосточном федеральных округах. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 69-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! Ура!
ходе плановых мероприятий боевой подготовки подразделения воздушно-десантных войск впервые в истории совершили массовое десантирование в условиях аномально низких температур на Новосибирские острова и дрейфующую полярную станцию Борнео. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 69-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Министр обороны, генерал армии Сергей Шойгу, направляется к центральной трибуне для доклада президенту Российской Федерации, верховному главнокомандующему вооруженными силами России Владимиру Владимировичу Путину. Войска Московского гарнизона к параду победы готовы. Министр обороны, генерал армии Шойгу. Вольно! Уважаемые граждане России, дорогие ветераны, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, товарищи офицеры, генералы и адмиралы, поздравляю вас с Днем Победы! Прошло 69 лет, как закончилась Великая Отечественная война. Но 9 мая был, есть и будет нашим главным праздником. Это день национального триумфа, народной гордости, день скорби и вечной памяти. Это праздник, когда торжествует всепобеждающая сила патриотизма, когда все мы особенно остро чувствуем, что значит быть верным Родине и как важно уметь отстаивать ее интересы. Мы должны быть достойны подвига наших отцов, дедов и прадедов. Они насмерть сражались с врагом, защитили родную землю, сокрушили нацизм. Победа ковалась на передовой и в тылу, добывалась в партизанских отрядах и подполье. Ее приближали мужество блокадного Ленинграда, отвага защитников Севастополя, доблесть тысяч бойцов, непреклонно стоявших на своих рубежах. В жестоких боях под Москвой и Сталинградом, на Курской дуге и Днепре определился исход всей Второй мировой войны. Железная воля советского народа, его бесстрашие и стойкость спасли Европу от рабства. Именно наша страна гнала нацистов до их логова, добилась их полного и окончательного разгрома. Победила ценой миллионов жертв и страшных испытаний. Мы всегда будем беречь эту священную, немеркнущую правду.
не допустим предательства и забвения героев. Всех, кто, не жалея себя, сохранил мир на планете. Дорогие друзья, сегодня мы склоняем головы перед памятью погибших, перед памятью тех, кого уже нет рядом с нами. В каждой семье чтят их преданность отчизне. Неразрывная связь поколений – наше огромное национальное богатство. В нем сила и достоинство России. Мы благодарим наших ветеранов. Мы гордимся вами. В этот великий день нет никого роднее, дороже вас. В вашу честь цветы и салюты, мощь парадных расчетов. Но главное, мы отдаем вам тепло наших сердец. Вы не только с честью прошли через военное лихолетие, но и восстановили страну. Работали на общее благо, умели дружить, радоваться жизни и завещали нам держать эту высоту. Высоту созидания, единства и любви к Родине. Мы вас никогда не подведем. Будем беречь Россию, ее славную историю, ставить превыше всего служение Отечеству. Так было всегда в нашей стране. Уверен, так будет и в будущем. Слава народу-победителю! С праздником вас! С днем Великой Победы! Ура! Парад! Смирно! К торжественному маршу! Побатальонно! На одного линейного дистанции! Первый батальон прямо, остальные направо, на плечо. Равнение направо, шагом. Торжественное шествие войск возглавляет командующий военным парадом генерал-полковник Олег Солюков. Традиционно военный парад на Красной площади открывают барабанщики Московского военного музыкального училища. Юные музыканты задают темп и ритм движения парадных расчетов. Командир парадного расчета – начальник училища, заслуженный артист России, полковник Александр Герасимов. В
воспитанники военного музыкального училища открывали легендарный парад Победы 1945 года. Трибун проходят знаменные группы государственного флага Российской Федерации, знамени Победы и знамени Вооруженных сил России. Знаменную группу сопровождает почетный караул трех видов вооруженных сил: сухопутных войск, военно-воздушных сил и военно-морского флота. В строю почетного караула идут военнослужащие, призванные из различных регионов России. На Красной площади кавалерийский почетный эскорт президентского полка, службы коменданта Московского Кремля, Федеральной службы охраны Российской Федерации. Под кавалеристами лошади тракининской, ганноверской и русской верховой пород. В годы войны кавалерия использовалась на активных участках Советско-Германского фронта. В составе парадных расчетов воспитанники довузовских общеобразовательных учреждений Минобороны России. По Красной площади торжественным маршем проходят суворовцы Московского суворовского военного училища. Командует парадным расчетом начальник училища генерал-майор Александр Касьян. В этом году училище отмечает свой 70-летний юбилей. На главной площади страны учащиеся старейшего учебного заведения Тверского суворовского военного училища. Парадный расчет возглавляет начальник училища полковник Владимир Чеховский. За своими сверстниками маршируют воспитанники Нахимовского военно-морского училища. Возглавляет парадный расчет контр-адмирал Алексей Суров. Сегодня воспитанники училища проходят службу практически на каждом боевом корабле военно-морского флота. По Красной площади проходят юные моряки Кронштадта, кадеты первого в новейшей истории России морского кадетского корпуса. Во главе парадного расчета начальник корпуса, офицер-подводник, капитан первого ранга Николай Довбешко. Продолжают парадное шествие воспитанники Аксайского Данила Ефремова казачьего кадетского корпуса. Парадным расчетом командует начальник корпуса, полковник Василий Донцов. Корпус трижды признавался лучшим казачьим кадетским корпусом. По Красной площади проходит Общевойсковая академия Вооруженных сил Российской Федерации. Парадный расчет возглавляет генерал-лейтенант Алексей Самолькин. В разные годы академию заканчивали маршалы Малиновский, Рокоссовский, Гречко и целая плеяда прославленных полководцев. Мимо трибун проходят парадные расчеты военного университета Министерства обороны Российской Федерации. Возглавляет парадный расчет начальник университета генерал-полковник Валерий Марченков. Право пройти в парадном строю завоевали лучшие офицеры и курсанты, потомки героев-фронтовиков. В
этом году прославленная кузница кадров отмечает свое 95-летие. В стенах учебного заведения учились и служили 282 героя Советского Союза, 14 героев России и 4 героя социалистического труда. Торжественным маршем по Красной площади проходит военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии Хрулева. Возглавляет парадный расчет начальник академии генерал-лейтенант Владимир Ивановский. Академия готовит специалистов для всех видов и родов войск Минобороны России и других федеральных органов исполнительной власти. На брусчатке Красной площади офицеры и курсанты военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина, дислоцированные в Воронеже. Возглавляет парадный расчет начальник академии генерал-лейтенант Геннадий Зибров. Более 1500 выпускников академии удостоены звания Героев Советского Союза и Российской Федерации. Свыше 150 из них удостоились этого звания дважды, а маршал авиации Кожеду – трижды. На Красной площади парадный полк военно-морского флота. Возглавляет стройзаместитель Балтийского военно-морского института имени адмирала Ушакова капитан первого ранга Вячеслав Родион. В парадном строю будущие морские офицеры. Им предстоит достойно нести Андреевский флаг по всем морям и океанам. На Красную площадь выходит сводный отряд 16-й отдельной бригады специального назначения. Командует парадным расчетом командир бригады полковник Эдуард Скворцов. Военнослужащие идут в специальном обмундировании, не имеющем аналогов в мире. На вооружении спецназа современные снайперские винтовки. В парадном строю чеканят шаг морские пехотинцы 336-й отдельной гвардейской бригады береговых войск Балтийского флота во главе с командиром бригады гвардии полковником Василием Кравцовым. Морские пехотинцы проявляли примеры мужества и героизма во все времена. В годы Великой Отечественной они защищали Одессу, Севастополь, Новороссийск, Ленинград, высаживали морские десанты в Прибалтике, Восточной Пруссии и Заполярье. На Красной площади парадный расчет войск воздушно-космической обороны. В строю офицеры и курсанты военно-космической академии имени Можайского. Возглавляет парадный расчет генерал-майор Максим Пеньков. Уникальность академии заключается в том, что это единственный вуз, имеющий свою орбитальную группировку малых космических аппаратов. Торжественным маршем проходит батальон ракетных войск стратегического назначения. Офицеры и курсанты Серпуховского филиала военной академии имени Петра Великого. Возглавляет парадный расчет начальник филиала генерал-майор Алексей Коннов. В академии и филиале осуществляется подготовка военных кадров для эксплуатации всех типов ракетных комплексов мобильного и шахтного базирования, способных успешно преодолевать любую систему противоракетной обороны. На Красной площади сводный полк воздушно-десантных войск. Впереди полка парадный расчет курсантов Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии Маргелова, командует которым начальник училища генерал-майор Анатолий Концевой. На Красной площади десантники 331-го гвардейского парашютно-десантного полка
во главе гвардии полковник Александр Немоляев. В годы Великой Отечественной полк принимал участие в освобождении Венгрии, Австрии и Чехословакии. Десантники 217-го гвардейского парашютно-десантного полка. Возглавляет парадный расчет гвардии полковник Андрей Суховецкий. Более 4000 десантников части награждены орденами и медалями за мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых и специальных задач. Полк награжден 3 вымпелами министра обороны. Гвардейцы-десантники с гордостью носят звание «Крылатой гвардии». На брусчатке Красной площади рота 1-й мобильной бригады радиационной, химической и биологической защиты командует парадным расчетом подполковник Владислав Тишин. В ходе ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной станции 38 военнослужащих части были награждены правительственными наградами. По Красной площади проходят воины-железнодорожники 34-й и 38-й отдельных железнодорожных бригад. Парадные расчеты возглавляет полковник Владимир Белайц. За годы Великой Отечественной железнодорожники восстановили около 120 тысяч километров пути, более 15 тысяч мостов, построили свыше 10 тысяч километров новых железнодорожных путей. Личный состав бригад принимал участие в восстановлении дорог, разрушенных наводнениями на Дальнем Востоке в 2013 году. Торжественным маршем проходит батальон отдельной дивизии оперативного назначения внутренних войск МВД России. Командует парадным расчетом командир дивизии генерал-майор Сергей Захаров. В 1945 году военнослужащим этого соединения было доверено почетное право бросить к подножию мавзолея знамена и штандарты поверженных армий германского вермахта. 32 воспитанника дивизии стали героями Советского Союза и Российской Федерации. В этом году дивизия отмечает свое 90-летие. По главной площади страны проходит парадная рота Академии гражданской защиты МЧС России, которую возглавляет генерал-майор Павел Барышев. Выпускники Академии первыми приходят на помощь людям, попавшим в беду. На брусчатке Красной площади курсанты Московского пограничного института Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Парадным расчетом командует начальник института генерал-майор Валерий Козлов. На Красной площади воинские части Западного военного округа. Первыми торжественным маршем проходят гвардейцы-таманцы. Парадный расчет 2-й гвардейской мотострелковой таманской дивизии возглавляет гвардии генерал-майор Андрей Сычевой. Дивизия с первых дней участвовала в боях Великой Отечественной войны и в числе первых была удостоена своего гвардейского звания за боевые подвиги, организованность и дисциплину. Таманцы освобождали от фашистских захватчиков Черкесск, Нальчик, Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки, Крым, Литву, Латвию и Пруссию. За мужество и героизм в годы войны 34 воина-таманца удостоены звания Героя Советского Союза. 5 стали кавалерами Ордена Славы всех степеней. Более 19 тысяч награждены орденами и медалями.
Красной площади военнослужащие 4-й гвардейской танковой кантемировской дивизии имени Андропова. Парадный расчет возглавляет командир дивизии гвардии генерал-майор Сергей Камбаров. Годы Великой Отечественной за победоносные сражения личному составу дивизии 18 раз объявлялась благодарность главнокомандующего. На знаменах частей дивизии 23 ордена. Танкисты-кантемировцы выполняли свой интернациональный долг в Афганистане, принимали участие в контртеррористических операциях. В дивизии проходили службу 189 генералов, из них 2 маршала Советского Союза и 5 генералов армии. Более 20 тысяч воинов-кантемировцев награждены орденами и медалями. 57 удостоены званий Героев Советского Союза, Социалистического Труда и Российской Федерации. Еще 5 стали полными кавалерами Ордена Славы. Торжественное прохождение пеших колонн завершают парадные расчеты военно-технического университета и Московского высшего военного командного училища. Расчет военно-технического университета возглавляет полковник Сергей Рихин. Учебное заведение было образовано в 1967 году при участии видного военачальника, дважды Героя Советского Союза, маршала Василия Чуйкова. Парадным расчетом Московского высшего военного командного училища командует генерал-майор Михаил Лаприенко. Училище готовит командный состав для сухопутных войск. В стенах вуза получили первоначальное военное образование 5 маршалов и более 600 генералов, в том числе маршал Советского Союза Язов. 98 выпускников стали героями Советского Союза и Российской Федерации. Училищу, единственному из высших военных учебных заведений страны, предоставлено почетное право проводить выпуски молодых офицеров на Красной площади. Сводный военный оркестр из 1000 музыкантов под звуки флейт и барабанов перемещается к ГУМу, освобождая площадь для прохождения военной техники. Дирижирует сводным оркестром главный военный дирижер, народный артист России генерал-лейтенант Валерий Халилов. Для каждого вида и рода войск сегодня прозвучала своя музыкальная композиция. Под гул мощных моторов на Красную площадь входит боевая техника. В рамках плана, утвержденного президентом Российской Федерации, проводится масштабное переоснащение парка вооружения и военной техники современными образцами. Первый проходит колонна бронированных автомобилей «Тигр», стоящих на вооружении армейских разведывательных подразделений. Автомобиль, неприхотлив в эксплуатации, способен двигаться по пересеченной местности, преодолевать водные преграды. Командир парадной колонны – подполковник Сергей Иванищенко.
Красной площади бронетранспортеры 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота в составе экипажей крымчане и севастопольцы. На технике развиваются флаги Республики Крым, Черноморского флота и города-героя Севастополь. Парадную колонну возглавляет подполковник Денис Ермишко. Красные площади боевая техника сухопутных войск. Проходит колонна современных бронетранспортеров БТР-82А, ставших надежной опорой мотострелков при ведении боевых действий в любых условиях. Возглавляет парадную колонну командир батальона 27-й отдельной мотострелковой бригады подполковник Сергей Осин. Площадки Красной площади проходят перспективные бронеавтомобили повышенной защищенности «Тайфун», позволяющие защищать личный состав от пуль крупного калибра и мин. Колонну возглавляет капитан Евгений Головицын. Автомобильную технику сменяют танки Т-90А 2-й мотострелковой дивизии. На грозной боевой технике установлены новейшие виды вооружения для уничтожения наземных и воздушных целей. Во главе танковой колонны командир батальона майор Денис Межуев. Красной площади многоцелевой ракетный комплекс «Хризантема-С», предназначенный для поражения танков любого типа, а также малотоннажных, надводных и низколетящих воздушных целей. Парадный расчет возглавляет майор Сергей Нижний. В строю колонна 152-миллиметровых самоходных гаубиц 100С, которую ведет майор Николай Васильев. Артиллерийская система 100С позволяет эффективно уничтожать объекты и живую силу противника. Площади проходит отдельный ракетный дивизион в числе первых перевооруженный на высокоточный ракетный комплекс «Искандер-М». Во главе парадного расчета командир дивизиона подполковник Самат Бесали. В
данном комплексе внедрены новейшие научно-технические и конструкторские разработки по созданию военной техники. Красной площади новейший зенитно-ракетный комплекс ТОР-М2У, предназначенный для отражения ударов средств воздушного нападения противника в современных условиях. Парадный расчет возглавляет майор Андрей Слядников. Проходит парадный расчет техники войсковой противовоздушной обороны. Комплекс «Пук-М2» предназначен для уничтожения самолетов, вертолетов, крылатых и тактических ракет противника. Командует колонной командир зенитного ракетного дивизиона подполковник Алексей Сосновцев. Идет колонна зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1». Возглавляет колонну капитан Станислав Савельев. Эта новейшая система вооружения предназначена для прикрытия гражданских и военных объектов от всех существующих и перспективных средств воздушного нападения. Марши парадный расчет войск воздушно-космической обороны. Во главе колонны зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» командир полка полковник Александр Бережной. По своим характеристикам комплексы С-400 не имеют аналогов в мире и способны уничтожать аэродинамические и воздушные цели на дальности до 400 километров на различных высотах. Трибунам подходят пусковые установки ракетного комплекса «Тополь-М» под командованием заместителя командира полка подполковника Владимира Кутюхина. Комплекс обладает возможностью оперативного выхода из пункта постоянной дислокации и скрытого рассредоточения на больших территориях. Наличие такого комплекса – свидетельство лидирующей позиции России в мировой ракетно-ядерной области.
Начинается авиационная часть парада. Над главной площадью страны пролетят 69 современных летательных аппаратов военно-воздушных сил России. Воздушный парад группы из 5 транспортно-боевых вертолетов в составе крупнейшего в мире многоцелевого транспортного вертолета Ми-26 и 4 вертолетов Ми-8. Ведущие группы вертолетов – летчик первого класса майор Максим Шевердин. Летает группа армейской авиации из 5 многоцелевых ударных вертолетов Ми-28Н, предназначенных для поражения бронированных целей и огневой поддержки сухопутных войск. Ведущий группы – летчик-снайпер полковник Андрей Попов. Пролетают боевые двухместные ударные вертолеты К-52 и звено ударно-транспортных вертолетов Ми-35. Ведущий группы летчик-снайпер подполковник Сергей Бакин. Летит тяжелый турбовинтовой транспортный самолет Ан-22 «Антей». Ан-22 – единственный в мире самолет, способный с тяжелым грузом приземляться на грунтовые взлетно-посадочные полосы и взлетать с них. Самолет пилотирует летчик первого класса майор Сергей Шмаков. В воздухе тяжеловес Ан-124 «Руслан» – самый большой в мире самолет военно-транспортной авиации. Пилотирует самолет летчик первого класса подполковник Игорь Голик. Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50. А-50 применяется для обнаружения и сопровождения воздушных целей и надводных кораблей, для управления самолетами, а также может служить воздушным командным пунктом. Управляет самолетом летчик второго класса майор Владислав Соловьев. Над Красной площадью группа из 3 тяжелых дальних военно-транспортных самолетов Ил-76. Самолеты летят в полетном порядке клин на интервалах и дистанциях 200 метров. Возглавляет группу летчик первого класса майор Олег Калинин. Пролетают 4 модернизированных фронтовых истребителя МиГ-29 СМТ. Возглавляет группу летчик первого класса майор Антон Семенин. В небе группа из 4 тяжелых истребителей-перехватчиков
МиГ-31. Ведущий группы летчик первого класса майор Юрий Ковалев. Следующий строй представлен четырьмя фронтовыми бомбардировщиками Су-24М. Ведущий группы летчик первого класса подполковник Эдмон Несковоров. Пролетает строй из четырех истребителей-бомбардировщиков Су-34. Самолет предназначен для нанесения мощных и точных ракетно-бомбовых ударов по наземным целям противника. Ведет группу летчик первого класса подполковник Александр Жадан. Пролетает группа самолетов, имитирующая дозаправку в воздухе. Топливозаправщик Ил-78 под управлением летчика первого класса гвардии майора Дмитрия Финогенова и сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Ту-160, получивший символическое название «Белый лебедь». В небе группа из трех турбовинтовых стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95. Самолет предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных объектов. Ведущий группы – летчик первого класса, гвардии подполковник Трофим Капша. В парадном строю пролетают три дальних сверхзвуковых ракетоносца-бомбардировщика с изменяемой геометрией крыла – Ту-22М3. Возглавляет группу летчик первого класса, гвардии полковник Владимир Алисенко. В боевом порядке тактическое авиационное крыло подходит группа из 10 самолетов. В ее составе фронтовые истребители-бомбардировщики Су-34, истребители Су-27 и МиГ-29. Ведущие группы – заслуженный военный летчик, летчик-снайпер, генерал-майор Александр Харчевский. Пролетают самолеты-штурмовики Су-25 в боевом порядке «Клин». Ведущий группы летчик первого класса, герой России, подполковник Иван Нечаев. Замыкают парадный строй военно-воздушных сил России 6 самолетов-штурмовиков Су-25МП. Самолеты выполняют проход на высоте 300 метров на скорости 550 километров в час с дымами, символизирующими цвета государственного флага Российской Федерации. Возглавляет группу летчик-снайпер полковник Александр Котов. Сороковой военный парад завершается исполнением всенародно любимого марша Василия Агапкина «Прощание славянки», написанного более 100 лет назад, под звуки которого сводный оркестр покидает Красную площадь. Слава ветеранам Великой Отечественной войны! Поздравляем всех москвичей и гостей столицы 69-й годовщиной Великой Победы! Ура!
Покуда сердца стучатся, помните, какой ценой завоевано счастье. Пожалуйста.